спросил бы, привет, как дела, блядь? Меньше бухать надо. Ой, бля! Можно. Это был класс ветераны. Да. Давай! Сейчас будет всем КТМ. Какой КТМ? А? Вообще, как будто ее не было. Я думал, таминчик из 200. Это же этот, который широкий. Это же другой, новый. Новый? Новый купил, да. Ой. Ой. Это, короче, тут стали все, кто снимать, да? Я так понял. Это опасно было, опасно. Заводите, затянете! Нет, это не дал газу нормально. Это было как у наворачивания. Я вот этой дороги не знаю. Славские пацаны, сила. Что вы туда лезете? Что я маха, что туда в кусты лезет? Ну, блядь, вон там что, намазано. Туда подпорку поставить, типа вот так. Здоровье купил. Раздавать, блядь.
так вообще отлично, бля. На зиму поставил и забыл, бля. Вот. Так я после зимы езжу, ну, блядь, идеальное покрытие. Ну. У меня Митис лежит 754 новый. Я даже ставить не хочу. Да, то же самое, зачем? Она вон чуть-чуть съела и везде гребет. Вот это зимы, и я по асфальту пилю нормально. Ну, я тоже особо не экономлю. Саша. Вот не проедет, ёбниц. Не ломай минчик, блядь! Защита болтается. Ну что, уже обсуждаете стопудово, блядь, 2Т. Конечно. Вообще не мотоцикл 2Т. С колеи выезжает, как дед старый. Помнишь?
справился. Это что, бензин? Да. Выливай. Ну, там кто-то притормозил, а я кого-то зацепил, а зацепил сам, знаешь, что такое, рулем чуть-чуть зацепил. Денис, у тебя еще один квад? Я, да. Какой? Ну, и все, как зацепил, эти поворотники, это расходники. Грязные, да? Все целые? Да. Короче, решаем, ехать или нет. А туда вы тут пройти? Нет. Не, наоборот, там. Широкую на широкую давай. Куда дальше? Вон там. Ты видосик потом выложишь? Здесь мельче. Кого? Тебя? Да. Видосик. Выложишь потом? Видосик, говорят, выложить надо. Хорошо, выложим. Я это не проедем. Вот смотри. Тогда... Проедет. Проедет сходу. Блять, не глуши. О, молодец. Молодец, красава. Красава! Охренеть. Он не заходит. Вот где мы, дальше. Ой. Осталось фигня. А потом там. Потому что там. Вот по-моему, солдат, мы можем.